Привет, дорогие друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь, мое почтение. И мы продолжаем прохождение игру Сын Рима. В предыдущей серии мы одолели варваров, схватили их в плен, точнее взяли. И у нас появилось новое задание, которое мы с вами увидим в этой серии. Паники, замочите эти шкуры. Антоний, проверь тросы. Атон, закрепи балки, мы выдвигаемся в 10. Есть! Смотрите, какая красота, да? Что ни говори, ну, графика для 2013 года в этой игре очень хорошая. Господин, конечно. Вы что-то увидели? Да, мухи летают. Ой, фу, это не мухи, это птицы, наверное. Ну, очень годно, очень, конечно. Симпатично. На такое посмотреть надо было. В чем дело, Марий? Что касаемо самой игры, хотел бы немножко поговорить об этом. Игра достаточно очень однообразная. Ну, я думаю, вы уже сильно заметили. По сути, колотим. Никакого основного такого сильного геймплея тут нету. Чисто руби кромсай, и дальше идет руби кромсай. Вот, и при том, что мы вроде ходим группой, и от этой группы толку, ну... Мы начинаем атаку... Ну, как бы нету. Как бы она есть, но как бы ее нету. Вот, поэтому основная вся сила идет, упор идет на нас. Много здесь очень вопросов к этой игре. Ну, да ладно, в принципе, удовольствие я вроде от игры получаю какое-никакое. Надеюсь, что игра сильно не затянется и не надоест. Потому что то минимальное удовольствие, которое получается от игры, лично мною, оно прямо, знаете, так, на ниточке. Ничего. Да, тем временем лес достаточно такой, знаете, бугагашечки. Я бы в такой, даже с такой армией не зашел, наверное. Хотя это солдаты, у них приказ. Оленя, давайте еще оленя побоимся. Кстати, давайте, ребята, оленя завалим потом на мангальчик. Следит за нами. Если они хотят драки, почему бы им не показаться? Ну же! Там тише. Прямо кто-то проскочил. Почему ты так испуган? Потому что они засаду устраивают. Мы 14-й. Ну-ка, ребята, не ссать! Что за дела такие? Не потерпим! Сейчас как клинок вставлю. Впереди движение. Он сбежал в туман. Я видел. Какой-то зверь на двух ногах. Да люди это, господи, в этом, в одеянии. Если просто специально. Чувств. Секунды такие. Хотя, наверное, в таком месте усиливаются все любые страхи. Идешь по туманному, темному лесу. Бегом, парни. Вообще бегом. О, побежали. Ладно, вперед. Сейчас мы пустим кров этим мифическим созданием. Стоять. Бояться. Я разведаю, что впереди. Естественно. Кто же еще пойдет разведывать? У нас же есть кому разведывать. Вообще, обычно полководцы всегда идут позади, насколько я понимаю. Потому что это очень важные люди. Если убить полководца, считай, что от солдат ничего не останется. Они просто тупо не будут знать, что делать. Поэтому как раз вот лидеров обычно хранят, стараются. Засада! Все с моста! Глупо было останавливаться на мосту и смотреть, что там, всматриваться. Надо было бежать. По-моему, мы всю армию только что просрали. У нас осталось только... Остались только мы, да? Да, этот. Мари! Боги, защитите нас! Должно быть это так, давай, допинываем. Не ту кнопочку. Да и хер. Поберегись! Тихо! Блин, нажал. Не успел нажать курок. Оп. Оп. Знаете, я бы сказал, что эти рогатые чудовища похожи на людей. Вам так не кажется? Блин, надо было когда красный этот курок нажимать, но я не успеваю юзать. Осторожно! Не успел защититься, смотри-ка. Не успел ему фаталити прописать. А вот ты, парень, умираешь. Улетел. Мы не сможем их сдержать. Найс. Так, у меня идет на восстановление здоровья, надо поменять. Так, давай-ка ярость заюзаем. А что, ярость? Где ярость? Где моя ярость? Я не могу... Оп! Я не могу заюзать ярость.
Как же я тут без ярости? Ты задрался своим... Опа! Отличная идея была кувыркнуться. А, нет, смотри, там те живы еще. Найди наших людей! Да вон они дерутся. Че их искать-то? Вон они. Да вы задолбали. Опа. Элитный воин, смотри. О, мы еще и... Ай-яй-яй-яй-яй. Спасать. Ого, сильный какой. Есть запасной гений, перочинный нож? На этот случай надо какой-нибудь там кинжальчик где-нибудь иметь. Да, после такого обычно ребра и позвоночник собираются очень долго. Да и то не факт, что соберутся. Слушай, ты случайно не родственник Лары Крофт? Ты нужен империи. Не, ну, вот что касаемо картинки, очень приятная игра вот в этом плане. Ни хрена себе. Поднимись. Ого-гошечки. Встал так еще, как будто ни в чем не бывало. Может, это ему снится? Исцелила. О, как аккуратненько наши вещи лежат, да? Шлем, меч, щит. Ищите следы своей когорты. Так. И в какой я засрань упал? Пойдем искать свою когорту. Я должен найти моих солдат. Да. Мы с тобой в какой-то жопе. Оказались нас на самом деле. Ну, я так понимаю, вот этот, который сильный был, это, наверное, какой-нибудь вождь. Я так думаю, наверное. Ё-моё, ловушки тут еще. Надо сначала здоровье, потом на... Да что у вас, а? Ладно, хоть это, ну, дается их избежать. Я, кстати, пытаюсь смотреться, как их вообще видно. Вот. Да. Или нет? Нет. Ну, опять эта кучка как осталась, так и осталась. Ничего не изменилось, да? Вот, да. А, ну, короче, где черепа, там вот, получается, ловушки. Все ясно. Ой, я смотрю, справа была, а тут еще и слева. Вот еще одна. Ну, по сути, мы их очень легко так обезвреживаем, поэтому особо париться я на эту тему не стану. Рунная точка. Правильно, бей костер! Он твой враг, а не я. Иди сюда! Ох ты, какой ты медлительный. Дядь, я тебе как бы бью, ты как бы... Дядь, почему я ярость могу вызвать? Давай! Не ту кнопочку! Да ты чё? Пью, вообще посрать. А, у меня не хватает этого на ярость. Короче, два удара больше не это. Не рекомендуется. Слушай, а ты вообще как бы умирать будешь, нет? Или ты сегодня... О! Или ты сегодня бессмертный? Ты, наверное, сегодня пил эликсир бессмертия. Знаете, мне сейчас он напоминает фильм Астерикса и Обеликса. Такое ощущение, как будто меня сейчас просто унижать будут. Получи! Фашист, гранату.
Все, хорош ерзать, ты уже умер. А я у костра погреюсь. Так. Так, 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 так. Так, оттуда я вроде пришел. Ну, короче, ладно, идем сюда. Так, что у нас со здоровьем, кстати? Давай, рогатый, вперед. Что варвары рогатые, что эти рогатые? Ну, блин, они собака плотные, варвары по сравнению с ними. Блин, собаки. Опять. Ай, блин. Они засранцы пытаются окружать. Так, мне надо срочно здоровье. Блин, интересно, а тут есть какая-нибудь фокусировка на нужного мне врага? Блин, я сейчас тут огребу. Нигде тут не убивай, нахрен. Давай, давай, давай. Есть. Здоровьюшка, приди ко мне. Так, отлично. Здорово. Сейчас, блин, так долго его тут мутил, это здоровьюшка, чтобы... Опа. Чтобы так легко просрать. На. На. Что-то у тебя рога обломанные. Ах ты ж пакость. Блин, ты же не один был. Где там еще? Давай, давай, давай. Офигалите ему. Ампутация. И меч в рот вставляться. Все. Где еще? Все. Один, видать, где-то схалтурил и притворяется мертвым. Надо как это, добивание сделать. Ладно, пошли дальше. Хорошо. Так. О. Мача там бегают, бегают. Что это там? О, лучники появились. Смотри-ка. Хуца, хуца. Опачки. А где эти самые лучники-то? Я их не наблюдаю что-то. Ребята, блин. А во. А, ну это не есть, получается. Так, давай-ка пока. На ярость. Да, ребятки, лучники у вас какие-то хиленькие. Видать, вы им йогурта не додаете. Или мясо, не знаю. Какой у них тут йогурт? Муравьиный сок разве что. Интересно, вот они же ни хрена не видят в этих вот своих этих шлемах. Они даже прицелиться толком не могут. Нет, я хотел его добить. Ну, ладно. Где еще? Еще есть? Так, я пришел откуда-то оттуда. Мне, наверное, куда-то туда. Нет? А куда мне, блин? Я не понимаю. Сюда, что ли? Наверное, сюда. А, не, вон туда показывает. Окей. Этого воробья не было. Ну, орла. Мне вот история с варварами понравилась, когда мы пришли вот это в королевство, там такой весь пафосный этот правитель такой, ну, вот это понравилось, как бы, если бы таких больше бы диалогов, таких моментов.
Это круто. А вот так вот тупо постоянно бегать. Да жалятся над нами боги. Одно и то же делать. Нормально, постояли, посмотрели. Надо было там крикнуть: эй, мудаки, ну-ка сюда иди. Они бы отвлеклись, и мы бы его спасли. Блин, это который плотный, сука. Воу! Эх ты. Сейчас попробуем немножко ярости его похреначить. Господин, я в клетке! Ну иди сюда. О. На ярости его нормально можно укатать. Можно немножко здоровье восстановить, я думаю, да? Центурион, господин, сюда! Да подожди ты, брат, блин! Тут как бы занят господин-то твой. Приходится тут брать быка за рога. Все, надо отхиляться, чтобы полное здоровье было бы потом. А вот они, ребятки-то. Привет, сынки, сосунки. Что происходит? Может, надо, наверное, сильно так вот заюзать, да? Спасибо, господин! Мы должны спасти всех! Вперед! Есть! На попе шерсть есть. О, бачко. А что там взрывает-то там? Что-то пока никого не вижу. Ох, что-то не случайно эти бочечки здесь. Ох, не случайно, я чувствую. Ладно, пошли. Прямо, знаете, ощущение такое, как будто здесь какая-то арена. Ну что, друзья, подеремся? Вперед! А где освобожденные? Давай быстрее, времени нету. Они, вон они, смотри, дерутся. Ай, собака ты. Да ты лезешь, сынок, иди домой. Понаберут в лесу воинов, потом думают, что же их Рим захватывает. Освободите. О, хоть что-то они делать будут. Господин, я видел Виталиона. Они потащили его к чучелу. Что это? Занять позиции. Так. Ну-кась. Е. Защитите своих римлян. Так, лучники, прикрывайте справа. Прикажите лучникам прикрывать. Так, это что? Лучники, прикрывайте слева. Не, ну тут, по-моему, тут возвышенность. Пусть они там будут прикрывать. Черепаху! Лучники! На позиции! Я со скорпионом! Так, окей, ясно. Пехота! Бегом! Они все пробежали. Так, еще есть? О.
Подожди, ты, мы еще эту не отшибли. Вон они. Че встали-то? Куда, мышки? Куда бежим? Давай драться. Че вы? Мы ж только начали, ребята. Вот так вот нафиг. Бочку еще вам взорву вашу. Все, или сейчас что-нибудь посерьезнее придет? Походу все. Вот так вот. Мифические существа, мать их за ногу. Понтовщики! И не больше. Красавцы, парни. Все. Всем кумыс за мой счет. Ну, что вы там пьете? Рим пьет ром. Становись! Ну, я не уверен. Я не знаю, что эти римляне пьют. Всякие вина, наверное. Конечно. Так. Проведите строй. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Песню запевай. А я и песен никаких не знаю. Кроме как «Выходи на берег, Катюша». Больше я ничего мне на ум и не приходит. Смотри, бегут. Опачки. Засадка. Ребята, веслы наготове. Блин, а как? Поднять, а, вот. Щиты, парни! Готов? Опускаем солдаты! Пилумы! Сейчас! Все, блин, немножко потеряли мы наших римлян. Ускорить шаг! Я что-то немножко затупил и забыл, какую кнопку нажимать, чтобы щиты поднять. Представляете, да? Опа! Держать щиты! Начались пилумы! Сейчас! Готов щиты! Они даже бахнуть не успели. Представляете, какая реакция? Просто молниеносная. Во. Поднять пилумы! Закрываемся! Щиты! Щиты! Освободить щиты! Вперед! Прячемся! Щиты, парни! Держаться, солдаты! Держаться! Да. Верные мои воины, держимся, держимся, бравые бойцы! Все отлично, идем дальше. Мы им покажем, что такое римская мощь в русских руках. Где там наш начальник-то? Солдаты, занять левый фланг. Остальные, вправо и ждать сигнала. Есть, господин. А я пока пойду в героя поиграю, завалю всех нафиг. Так, обыщите отыщите. Болото. Наши братья надеются на нас. За мной. Так а вот оно, это что, это не болото разве? По-моему, кругом болото, нет? О. Вон еще вижу, ага. Нет. А мы стоим и смотрим. Следующий ранг разблокирован. Так, давайте покачаемся, тогда уж что уж. Так, улучшаем навыки. Что у нас? У нас тут очков, кстати, очень много. Так, здесь у нас прокачано. И здесь давайте прокачаем сюда. Ну, все, просто качаем, да и все. Мне как бы особо. Даже как бы. А, все, у нас нет, да, ничего. Ну, боевка у нас прокачана, получается, у нас только повышение. Здесь бонус к опыту Центуриона и бонус ярости. Кстати, вот эта штука полезная. Она стоит, получается, у нас 30 тысяч. А у нас. Да, надо накопить. Ладно. Ну, падлы, готовьтесь. Я вам сейчас буду бить больно по всем конечностям. Быстро! Еще плес! Взять его, он сожжет наших парней! У вас реакция, господа покойников, вам не суждена сегодня здесь, не суждено сегодня здесь выжить. Ой, простите.
Кстати, мне бы на здоровье если бы надо. Блин, не... Ай! Мне надо тихо... Я думаю, там кто-то бегает, какие-то меченые, а это, блин... Мне их, оказывается, надо выйти. Твою-то мать. Живи ты, что есть хоть? Что-то все клетки горят. Кого мы спасли? Это что, все? Вся наша армия? Круто. В атаку, Рим! На здоровье немножко поотать. Так, вон клетка. Сразу клетки идем и никого к ней не пускаем. Уйди нафиг. Во-во, идет. Так, встречаем. Иди ты со своим факелом в опу. Ах ты, сейчас быстро с факелом встречать надо чувачка. Где он там? Вот он. Прямо как хорошо он меня прям пробегал, да? Где? Где еще с факелом? Можно их уже в конце концов освободить? Спасибо. Хоть кого-то спасли сегодня. Надо найти остальных. А, это еще не все? Погнали! Не расслабляемся, пацаны, у нас еще сегодня работа. Ух, чувствую, сегодня сверхурочных много будет. В конце месяца она будем зарплату, не, прямо, прямо не знаю, как мысль закончить. Так, клетки, сразу. Ах ты, больно же так. Так, во-во-во, вижу. Главное его, так понимаю, ударить, он отвлекается, и все, потому что тогда потом не лезет на людей. Ай, сука, я хотел заюзать этого. Так вот, черепушка загорелась, а она не заюзалась. Да ты задрал, блин, а? Вот этого можешь добить? Успел, пацаны, я вас спас. Фу. Сегодня из вас шашлыка не будет. А вот ты тут замахиваешься. Ну блин. Ну ты меня достал, рогатый. Подожди. Жалко, он своего не может. Хреночнуть, да? Так, есть. Хорош. Ой. Прости, родной, солнышко, но... Да ты посмотри, этот мешается и все. Да тебе очередь. Готов. Освободите. Я займусь, ребята. Можете особо не дергаться. Как будто вы там дергаетесь особо. Стоите там где-то на заднем фоне так. Жрете, наверное, чипсы и такие. А, господин, у него там это, факел.
Я даже вообще не видел, что наши ребята делали. Ну ладно, мне, в принципе, если честно, не до этого было. Ну что, господа? Все? Еще не все, что ли? Да сколько это продолжаться-то будет, а? Контрольная уточка. Уже он повешенный есть. Так, погоди, а мне направо или налево? Пойдем посмотрим, что направо есть. По-моему, я туда же сейчас приду, как бы. Интересно, зачем вот эту развилку делать, если все равно. Размер этих штуковин. Ого. Да, тут у них, конечно. В строй, солдаты! Держать ворота! Я найду Виталиона. Такое ощущение, как будто они людоеды, знаете, судя по тому, что у них тут, конечно, в основном только руки и ноги. Хотя нет, он там корпуса есть. О, это наверняка хорошо горит. Я ж говорю, это вождяра. Убейте вождя минотавров. Лагота. Ну что, друзья, убьем вождя Нагота. Давай, давай, давай. Камон. Камон, это. Everybody. Да, опа. А, уже там подожгли, да? Сейчас давайте мне еще на время поставьте этот боевочку. Это я вообще буду. Так. Ну-ка, мощачку замучи. Ой-ой-ой. Ага, так, ясно. Две атаки он сразу юзает. Раз. Да-да, блин. Ой, раз. Два. Я тоже больше двух атак его не могу пропечатать. Ой. Так, со второй атакой немножко надо поорещи, а то что я долго слоупочек. Все, не будем особо сильно так с ним зарубаться. Двоечку сделали, отошли. Чпуньк. А че, один только? Не понял. Неужто силушка тебя покидает? Братан, ты че? Дыши как положено. Ну, правильно, в этом шлеме-то дышать там особо не получается. Какой там дышать там? Главное, что ты страшно выглядишь. Самое главное. Щитом его не получается сбить. Ты чё сейчас? Это чё такое? Чё такое? Это чё сейчас было? Короче, здесь лучше не ошибаться, иначе он это отобьет мою атаку. Че, все или еще что-то будет? А, что-то. Так. О! Ага, я отхилялся, чувачок. А ты нет. А? Ага. Оп. Блин, опять вторую атаку начал делать. Ты чё? Ты же, братан, перестал вторую атаку юзать. Зачем ты ее начал опять? Ну, давай. Вот это да. Вот это красиво, красиво, конечно. Как тебя? Мари? Или как тебе понравилось? Ему понравилось, Санька. Давай еще раз. Опа! И рубим его. Руби, руби. Слушай, что-то я у него не вижу, чтобы у него здоровье убавлялось. Все нормально? Ой, 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 ой. А нет, убавляется, все нормально. Раз. Два. Блин, я теперь уже одну только атаку могу ему делать. На, блин, тебе мощная тачка.
Ну, такой себе, знаете, не особо какой-то сложный. Ой, я не успел. Чё-то я... Да ты задрал, толкаться-то. Я же нажимаю пробку мыши, чё тебе надо? Ну, давай. Понял я что-то. Оценка врага — это самая главная проблема, которую только может совершать, да? Блин, ну дайте тебя поколотить-то. Ой-ой-ой. Блин, ну я нажимаю, что не так-то? Может, надо зажимать? Ну, нет, нет. Здорово, блин. А что я должен делать-то? Твою-то мать. Сюрприз, мазафака называется. Игра дала мне поддых. Мол, типа, а, тебе слишком просто. На, получай. И сейчас все заново, да? Нет, не все заново. С половиночкой. С половиночкой. Пользуюсь уклонение. Да блин, что ты мне рассказываешь? Знаю я все это про уклонение твои. Мне бы с этой так разобраться. Давай. Вот что? Блин, до этого показывали, я делал, блин. Сейчас вообще не показывают. Вот, показали. Ну. Ну, блин. Вот опять показали. Может быть, я рано нажимаю, может, надо ждать, пока появится эта желтая штука. Давай еще раз. Нет, нет, не, не, да не кто ты даешь-то? Мы с тобой не это репетировали. Буган. Действуй по сценарию. Ладно. Ждем. Не хочет он нас подать. Вот, сейчас, давай. Атака. Вот, да, все, понял. Отлично, все, угадал. Давай еще раз. Побежал. Оп. Урочек. Даем. Найс. Все? Нормально ему там проковыряли ребрышки. Получите. Фу. Да, представляю, бой тяжелый. Солдаты! Берите таран! Сбросьте чучело! Откуда взялся? Или они там, пока мы тут дрались, смастерили его по-быренькому? Там полный
солдат прихлопнуло. Вы двое. Убедитесь, что раненым хватает воды. Убивать раненым! Мы заберем с собой оружие в армию. Иногда нужно смотреть внимательней, чем могут глаза. Молодец, Мари. Солдаты! Солдаты! Что ты орешь-то? Не стойте там, тупые свиньи! Это брательник этого дебилоида, смотри. Вытащите меня! Похож, истеричка. Вытащите меня быстро! Давайте его убьем, скажем. Я полагаю, это наш славный лидер, генерал Комат. Да, сын императора. Это генерал? Вытащите меня отсюда, тупицы! Это приказ! Он, пожалуйста, не просит. Ваша победа и ваша честь, Центурион. Да, господин. Давай, давай, долбанный идиот! Дай мне свой плащ! Дай мне свой плащ! Теплее стало. Блин, я думал, ему... Ну, хотя нет, так нельзя, конечно. Были у меня... На Йорк. Комат был в безопасности. Освальд готовился заключить мир. Я молился богам, чтобы это положило конец чудовищной бойне. Чтобы мы могли, наконец, вернуться в Рим. Я начал понимать, что командир Виталион не зря сомневался в смысле этой кампании. Сколько солдат отдали жизни, чтобы обеспечить эту победу. А я так устал от этой бойни. Да, у меня тоже правая рука устала по мышке кликать. Правитель, я привел к вам Освальда, короля бриттов. Он отрекается от этого восстания. Он подчинится воле Рима и с этих пор будет биться только ради мира между нашими великими народами. Досточтимый Комат, мы просим лишь о справедливости для наших людей. Обращение как с равными. Чтобы все могли жить в мире. Чтобы все мы могли жить в мире. Перемирие с Римом. Воля императора! Мир императора! Ему нужен лишь королевский штамп на свитке, и мы сможем покинуть этот треклятый остров. Ваш император, мой отец, он мудр и справедлив. Это печать императора. Она знак его воли и власти Рима. Поднимись. Что-то мне не нравится это. Король Освальд, вот ваш мир. Нет! Как ты смеешь?
мерзкий вонючий пес! Как ты смеешь? Вы видите? Видите, что бывает, когда мне перечат? Никогда не перечьте мне! Ну что, друзья, на этом мы, пожалуй, сегодняшнюю нашу серию закончим. В общем-то, вот такой вот заворот. Если честно, мне интересно, что будет дальше. Но мне кажется, мы не на той стороне сейчас деремся. Потому что, ну, вот этот мудак, император или кто он там, да мне, в принципе, пофигу. Мне кажется, он достоин, чтобы вот как на этой картинке ему в кадык воткнулся наш меч. Получится ли что-то у нас из этого, либо нет, мы с вами узнаем в следующих сериях. Для этого обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Поддержите мое прохождение лайком. Коли так немногочисленное количество просмотров у видео, то хотя бы буду знать, что люди ценят то, что я делаю. Ну и всем хорошего настроения. Играйте только в хорошие игры. Всем пока.